Друзья, всем привет! Ну, наконец-то закончился нерестовый запрет у нас в Башкирии. Сегодня мы собираемся на озеро Кандыркуль поплавать. Сейчас приедут мои старые добрые товарищи. Володя, привет! Как дела? Привет, привет! Ты готов сегодня? Конечно! Было такое, да, сокал? Как дела? Помахай своим этим. Не дождутся. Не дождутся. Все нормально там, прозрак будет. Рыба будет, да. Тем, кто говорил, что нет прозрака, прозрачность отличная. И то мы здесь намутили воды. Посмотрим, что будет по рыбе. Планируем леньков, щук взять. Если повезет, леща. Ну, как-то так вот. Браконьеры, а потом все раки дохнут и гибнут, вот они. Вот видите, огромная сеть, сейчас ее смотаю и выброшу. Набрали сеточку, сейчас выкинем на берег. Так вот так вот. Когда есть напарник на лодке, рядом термос. Хорошая охота, друзья. We'll be right back.
дело, после охоты, пока еще плывем, нужно подкрепиться. Обычно завтрак начинается с каши. Ну сегодня с гречки и котлет. Так как всю ночь плавали, да? Ну, всем с добрым утром, друзья. Наиль, как дела? Нашли мы старого доброго подводника. Ханба сила! Красава! Что, с нами? А? С нами? Нет, я поплаваю. Ох, накупался! Мужики, ну расскажите ваши эмоции после долгого такого простоя, после нерестового запрета. Классно открыли. Погода супер, прозрачная. По рыбе тоже нормально, да, получилось? По рыбе тоже, да, компания отличная. Отдохнули, полный расслаблен. Вообще, спасибо. Радмир, почаще нас вытаскивай, потому что максимум 30 секунд. 30 секунд это тоже задержка. Лежаки отлежали, надо побольше лежать. Чтобы получить хорошие эмоции, надо подписываться на канал. Стой. Ну ты чё, ёпта? Чтобы получить хорошие эмоции, и как мы сегодня съездили, нужно подписываться на канал. А кто не знает, что надо делать лайки, ставить лайки, вот так. Делать страйки. Чтобы словить кайф от подводной охоты, нужно подписываться на канал и получать от этого кайф. И ставить лайки!